Всем привет, с вами я Фантон, и сегодня мы позвоним или попытаемся позвонить на номер 777, как мне друг сказал, это номер демону, да, демону, и номер 266-666, это номер вампира. Ну что ж, погнали. Ребят, значит, я 266-666. То есть 2 и 2 раза подряд 3 шестерки. Это номер вампира, как я смотрел на канале Фантом Вызов Духов. Он сегодня снял видео, очень понравилось. И вообще меня очень заинтересовал этот номер. И я решил сейчас снять и позвонить. А также я недавно нашел опять же номер 777. Это звонок демону, как мне друг тоже опять сказал. А номер 666... это звонок дьяволу. Вот, давайте, короче, позвоним сначала номер 777, а потом на номер... потом на номер 2 и 3, и 2 раза подряд 3 шестерки. Так, будем звонить мы по 2 раза. Будем звонить на номер 777, а на номер вампира будем звонить... 3 раза так уж и будет. Так. Так, это у меня. Или не понимаю. Ну ладно, короче, это кто-то там говорит. Соседи, наверное. Ладно, давайте звоним. Сначала давайте я вам покажу, что никого нет. Хотя это просто звонок. Зачем показывать? Все равно никого нет. Давайте. Оп. Вот, давайте. 777. Звоним. Тихо! Мне ответь! Тихо! Ребят! Тихо! Мне ответили, блин! Какого фига? Да ну нафиг, не ответили, ребят, вы видели это? Блин, ребят, не ответили. Может это... Стой, давайте еще раз, второй раз позвоним. Да ну нафиг, мне опять ответили, блин. Там полная тишина. Я думаю, почему такая тишина? Так мне ответили, только никто не говорит. Блин, ребят. Фу, ребят, блин. Господи. Ну, господи. Можете позвонить, проверить, но там была полная тишина. Ладно, давайте продолжим. Давайте два. Давайте теперь на два. И два раза подряд. Три шестерки. Два, шесть, шесть, шесть. И шесть, шесть, шесть. Два, шесть, 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 шесть. Звоним. Ребят, ну это видно на своих глазах, просто скинул кто-то. Стоп, еще раз, не понял, меня скинули? Это как будто скинули. Сейчас еще раз. По-моему, меня скидывают. Блин, меня скидывают! Блин, как только хотят эти ответить, люди меня скидывают, ребят. А я подумал, просто это как бы предупреждение, что такого номера не существует, но нет. Блин, ребят, вы сейчас слышали на глазах. У нас просто такой новый телефон, когда кто-то скидывает, при том, что когда вы звоните, дозвонились, но и вас сразу скинули, такой гудок идет там, пип, пип. Блин, ребят, господи, меня скидывали. Давайте, да, для предупреждения еще раз проверим. 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Еще...
Так, в общем-то, ребят, я позвонил еще раз, поставил на паузу, чтобы не ждать. Ну, в общем, ребят, меня скидывают. Еще говорят, после этого вызова вы должны как бы записки какие-то найти. Ну, я не знаю, какие могут тут быть записки. И причем, ребят, я даже не знаю, есть смысл искать из записки, потому что когда... Так, это не тот лист. Когда я найду записку, если я найду, вы сразу скажете в комментариях: «Ой, блин, ты написал там своей рукой, и там, там что-то там, короче, ты косячил, дизлайк тебе». Вот, надеюсь, никто так не будет говорить. Ну, давайте поищем немного хотя бы. Вот, давайте немного поищем. Давайте под подушками. Нету. Ребят, какого фига? Что за фигня? Откуда, ребят? Ну все, ребят, можете, конечно, все писать. Блин. Откуда этот листок абсолютно? Что? It's me? Ну, в переводе с английского это переводится как «это я». Это я. Блин, почему it's me? Да ну нафиг, блин! Чшш!